Всего доброго. Я рад вас видеть. Приходить. Это очень важно, потому что ты его подставишь сейчас, через 5 минут. Репетиция одна за одной. Так охлопковцы готовятся к новому сезону после отпуска. Начнут с премьеры по пьесе Николая Островского. На всякого мудреца довольно простоты. Авантюрная комедия о беспринципном карьеристе и нравственном падении молодого человека. Актеры говорят, азарт к профессии помогает погрузиться в работу сразу. Вообще к репетициям я приступил недавно, потому что я был занят в лаборатории. Поэтому у меня еще тоже у самого много вопросов по персонажу, по пьесе, поэтому дальше, как говорится, больше. Будем разбираться, будем погружаться. Грядущий сезон будет насыщенным. Традиционно пройдет рождественский концерт. Его посвящают столетию Леонида Гайдая. А маленьких зрителей порадуют костюмированной сказкой «Волшебник изумрудного города». И, конечно, зрители ждут подарки и хорошее настроение. В начале ноября наш театр отправится на фестиваль в город Читу, где будет представлен спектакль «Прощание с матерой». А параллельно с этим спектаклем на сцене нашего театра, чтобы наши прекрасные иркутяне не чувствовали себя обиженными, будет осенний концерт, посвященный любви, осени и всего самому хорошему. Драматический театр приглашает погрузиться в мир образов и размышлений 2 октября. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин. Новости сейчас.